Обнимаетесь. На, вау, заехал, ничего себе, на полицейского заехал, он взорвался сразу. Против... Ох ты, на бомбу налетел. Ха-ха. Где же аптечка, ребят? А вот она, появилась. На, взрывайся. Отлично, я его ударил, да, и он взорвался, ребят. Так, и аптечку берем. Ох, уйдите от моей аптечки. Отлично, а. Вам не одолеть меня. Ох, какая куча мала опять из автомобилей. Ох, давайте вырываемся. Фу, вроде выпутались, ребят. Давай, отлично. Так, теперь я застрял, ребята. Я застрял, что делать? Ох, 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 ничего себе прыжок. Прыжок пожарника. Назовем это прыжок пожарника, да, смешно. Всем привет, друзья! Вы на канале Funny Games TV. Меня зовут Максим, и мы продолжаем с вами играть в блоки Demolition Derby. Это у нас уже третья часть с вами, ребят. Так, давайте посмотрим. Знаете что? Я вот купил такой танк за 100 тысяч. 100 тысяч, друзья. Давайте выберем этот танчик. Также я его прокачал до конца, до... Получается, ну, на все, что возможно, все, что мне тут можно было... прокачать, я прокачал. Давайте выберем его. Так, выберем, наверное, пляж. Давайте выберем. И попробуем погонять и пострелять на нашем танке. Давай, вперед, танчик. Так, помочим врагов, пособираем денежки. Ага, вот уже и первая вражина. На, получай. Отлично. Смотрите, как много сразу ему отнял. Я еще хочу попробовать подавить его. Ух, давай, иди сюда. Ух, получай, получай, получай. В дерево. И стреляем, есть, отлично, взорвал. Так, кто тут еще у нас? Ага, вот еще оппонент. Так, смотрите, у меня спереди как гусеницы нету. Так, где вы? Где ты? На, получай, отлично какой. Видели, как он перевернулся, да, друзья? Полетел прям. Ох, смотри, какой сальто делает. На. Ох, взорвался, все, ребят, классно. Сразу же я его... подбил. Так, и этих тоже всех подбиваем. Так, давайте кого-нибудь подарим, попробуем. Вы что там обнимаетесь? На, вау, заехал, ничего себе, на полицейского заехал, он взорвался сразу. Против... Ох ты, на бомбу налетел. Ха-ха, молодец, на бомбу налетел, и все. И... ох, ты только аптечку. А интересно, они могут аптечку брать, нет? Так, езжай сюда, ну-ка, едь сюда. Сейчас я хочу его задавить, вот этого черного Бэтмена хочу задавить, ребят. Эх, что ж такое-то так? Ах, ну-ка давай стреляем по нему. Нет, он убежал, к сожалению, убежал. Так, я еще тут, знаете, что хотел показать? Тут можно вот так менять камеру, ребят. Вот так, ближе делать, вот видите, я немножко ближе стал, вот чуть дальше и вот совсем далеко. Вот так вот, совсем далеко, мне кажется. Ух ты, сколько их там много! А куда наводится моя пушка, я не могу понять. Так, давай, давим его. Вау, есть, сбили, отлично. Так, где еще кто у нас? Ага, вот красненькая какая-то машинка. Давайте, пока он уперся там в стеночку, мы сейчас его раздавим. Ну-ка, иди сюда. Вау. Давай, дави, танк. Есть, взорвался, так. Желтенький тоже тут что-то встал. Стреляем ему, давай. Ох, отлично, вот это взрыв. Отлично мы взрываем, да, друзья? Так, давайте развернемся. Ох ты, скоро меня врезается, ничего себе. Ну-ка, скоро уйди-ка, получи. А зелененькая машинка тоже взрывайся. Нет, не хочет. Ох, скоро вы попали опять. Так, давайте аптечку возьмем. Мне немножко тут поотнимали. Так, да что такое из этого бугорка? Ничего не видно. Так, ух ты, куда? Посмотри, какой он шустрый. Ох, полетел, смотрите как, а. Давай, наедем. Ох, врезался я в него. Ого, как это он так сквозь меня проехал, ребят? Вы видели, как что? Ох ты, взорвался, отлично. Отлично я его выиграл, победил. Так, ну-ка давай, уйди от меня, полицейский. Ты чё? Ты посмотри, не хочет уходить. Так, ну-ка, давайте в бомбу. Есть, ничего себе, и взорвался, ребята, видели, да? Налетел на бомбу и взорвался сразу. Еще раз там налетел, я только что видел. Накрою экрана. Смотрите, у меня половина танка уже нету, ребят. Смотрите, что. Смотрите, какой у меня танк спереди. Вообще весь разбитый. Ничего себе. Так, надо вон скорую уехать мочить. Так, ну-ка, скорая, куда ты? Куда ты поехал? Нет, они, похоже, не могут брать аптечки, ребят. Только я могу брать.
Они сквозь аптечку проезжают. Давай воду его, воду. Да, упадет сейчас. Отлично, упал. Есть, и полицейского воду тоже скинул. Так, а этот толкается. Ну-ка иди сюда, давай. Посмотри, что делает, а? Давайте его раздавим. Мам, ох, наехал на него. Вот тебе сейчас взрыв. Получай, стреляй. Давай, давай, танчик, мочи. Отлично. Наши кубические машины. Ей, взрываем. Так, вот этого Бэтмена надо теперь подзорвать. Опять у меня полтанка разбита спереди, ребят. Ух ты, как он подлетел, видели? Ого, снизу у него какая дыра уже была, ребят. Ничего себе. Это все танк ему так проломил. Так, давайте аптечку возьмем. Ох, пожарная появилась. Так, я ничего не вижу опять. Куда ехать? Нет, надо развернуться назад. Эх, пожарная куда-то уехала машина. Давайте, нам у нас минута остается уже времени, чтобы разобраться с этими противниками. Так, иди-ка сюда. Эх, получай. На тебе взрыв. На тебе пулю. На тебе Бэтмена надо. Давайте, где этот Бэтмен? Ох ты, у меня как интересно отлетело. Ох, взорвался. Ничего себе, откуда он там вылетел, вы видели? Кто-то там вверх подлетел. Отлично, полицейского разбил. Смотрите, у него все поотлетало. Стоит, горит. Так, где Бэтмен, эта черненькая машина? Или она уже, наверное, взорвалась, ребят? Не вижу я его. Так, вот этого желтенького давай. Давай, получай. Ух, как мячик прям крутится. Давай, есть, отлично я его. Я его взорвал. Врезался в него, и он взорвался. Так, кто еще? Ага, красненькая какая-то машина. Ох, полетел, полетел КамАЗик. Так, давай, давай, танчик, разворачивайся быстрее. Что плохо, ребят, что танк наш не очень-то такой скоростной, он медленный очень. Так, ну все. Сколько мы? 7612 с вами заработали. Отлично, ребята. Так, теперь давайте посмотрим, какие машины у нас тут еще есть, ребят. Смотрите, у нас есть таксишка такая. Ну нет, я предлагаю что-нибудь такое поинтереснее выбрать. Так, ух, КамАЗик и скорая. Давайте скорую купим. Да, отправимся на скорую. Сейчас я ее поулучшаю на максимум, чтобы она скоростной такой была. Ух, отлично, да. Выбираем. И что выберем? Давайте выберем Урбан. Отличная трасса, мне нравится она. Тут очень много места. И можно спокойно гонять. Так, погнали давай, скорая. Так, тоже камера, видите, как вот можно близко, можно подальше чуть. И можно вот так. Вот так давайте выберем. Ох, не врезайся, ты что? Где наш оппонент? Ах ты, какая-то желтенькая машина. Так, у нас тут следы опять остаются. Вот это скорость, а. Давай, поворачивай, скорая. Мчимся, мчимся, давай, желтую вот эту. Подбиваем, бах, есть, немножко отнял, ну, ребят. И он на бомбу наехал. Так, вот, спереди кого-то вижу. Давай, чш, бух, на, отлично, куча мала. И я, смотрите, как переворачиваюсь. Ух, круто. Так, ну-ка еще получай. Эх, нет, мимо, к сожалению. Ну ладно. Так, хоть бы на бомбочку мне не наехать. Вот этого желтого давайте. На, есть, неплохо я ему заехал, да, прям. Столкнулись лоб в лоб с ним. Эх, он меня ударил, ребята. Так, ну-ка иди сюда, давай, иди сюда, говорю. Так, ты кто? Эх, надо развернуться, давайте. Ничего себе, сколько здесь бомб, а. Мне кажется, раньше тут не было бомб. Так, разворачивайся, кук. Так, летим. На, получайте, гаденыши. Так, где они еще, ребят? Вот, вот злые какие, а. Так, там уж кто-то, да, на бомбу, по-моему, налетел. Так, давайте вот такой круг сделаем, разгонимся хорошенько. Ох, вот тут вот между домами давайте проскочим. Эх, не проскочили, жалко. Ну ладно, сейчас развернемся. Давай, разворачивайся, скорая, пожалуйста. Есть, отлично, проскочили между домами и гоним теперь. Так, где у нас машина наша? Так, вон там желтого какого-то вижу. Ух, скорую, как ее заносит, а? Она такая скоростная стала. Вон, ребят, аптечка появилась. Давайте возьмем. На, получай. Отлично, аптечку еще взяли и ударили желтенькую машину. Эх, так, кто у нас тут еще? Где у нас еще враги? Вот еще желтая. Эх, мимо. Так, ладно, сейчас. Сейчас вот так. Эх, да что такое? Получи. Нет, никак. Есть, взорвали одного, ребят, на крыше ему. Потанцевали там, постучали ему по крыше, и он взорвался. Так, где еще, где еще? Ух ты, на, получай, давайте его толкать, может он в бомбу? Нет, к сожалению, не попал. Эх, и я не попадаю тоже. Ай-яй-яй, в бомбу не заезжай, скорая. Так, разворачиваемся. Ух, я уже дымлюсь, ребят. Я застрял, что такое?
Ах, есть, оторвался. Фу, видели? Чуть-чуть было, меня бы врезался. Так, ребят, надо аптечку искать. Где аптечка? Аптечечка. Так, где она? Где-то же здесь она появлялась. Ох ты, на бомбу как он наехал. Так, давай наверх, погнали. Где-то здесь аптечка была раньше. Нету сейчас, представьте. Тут же раньше аптечка была, куда она делась-то? Так, давайте здесь стоять, потому что мы скоро можем с вами взорваться. Если они еще пару раз нас ударят, то мы взорвемся, ребят. Так, где же аптечка, ребят? А вот она появилась, на, взрывайся. Отлично, я его ударил, да, и он взорвался, ребят. Так, и аптечку берем. Ох, уйдите от моей аптечки. Ух, у меня что-то так мало добавляет аптечка, всего лишь чуть-чуть добавила. Почему? Непонятно. Так, кто-то там взорвался уже. Давайте вот эту красненькую сейчас попробуем. На, получай. Ох, вот это был удар, вот это был удар. Взорвался. Так, не застревай, скорая, пожалуйста, не застревай. Так, еще вот этого, давай, дох, на, держи, давай, толкаем его. Прям на бомбы толкаем. Эх, нет, не дотолкали, ребят, зря я на вот это ускорение нажал. На супер свою способность эту. Так, уходим, у меня вообще мало, очень, очень мало остается. Давай вот эту, на, ничего себе, я подлетел, ах, и на колеса приземлился, отлично. Вот это круто, так, вон аптечка, вижу. Одна, две даже аптечки, ребят. Так, а как вот эту взять? Надо подпрыгивать, что ли, как-то? Я не понял. Как ее взять, ребята? Так, давайте, ладно, вот эту. Так, где эта аптечка внизу, которая? Вот ее давайте возьмем. Так, есть, хоть немножко нам добавили. Да что такое, машинка, перестань переворачиваться. Что ты упала? Ты посмотри. Ай-яй-яй, я упал. На, получается, на этот, на спину. На крышу. Что такое, а? Черепаха, не могу, перевернулся, лежу теперь на колесах и все. Так, ну ладно, давайте вот эту нажмем кнопочку. Появиться где-нибудь заново, так. Где наши все оппоненты? Ох, вот они здесь все. Да что такое, скорую эту мою заносит просто невыносимо как-то. Давайте желтенькую вот эту. Ах, бах, эх, чуть-чуть не попал. Ну так, чирком его задел все равно. Наверное, немножко ему отнял, я думаю. Так, куда они уехали все? А, вот. А ну-ка, получай. На, ничего себе, вот это полет, ребята. Ах! Ух, хорошо, что я здесь с карты не могу вылезть. Ай-яй-яй, давай на колесики, да, отлично. Так, давайте кого-нибудь, может, взорвем еще, успеем. Вот это, что тут стоит? А, ты что стоишь здесь, друг? Красненькая машинка, а? Так, нет, время, к сожалению, заканчивается. Все, и сколько мы? 3800 собрали. Да, лучший рекорд у меня 7600. Ну что, ребят, скоро мы с вами посмотрели. Давайте посмотрим еще какую-нибудь машину. Ох ты, может, КамАЗик вот такой здоровый возьмем, а? Смотрите, какой он классный, как. Красненький такой КамАЗик, и он... Это... А, это же пожарная машина, что я говорю, ребят. Это же пожарная машина, вот. Эх, ладно, берем давайте. Сразу его улучшаем до конца, чтобы он у нас мощный был, чтобы всех мочил. Так, выбираем. Так, и что выберем? Давайте выберем так, Индиан, так, а вот Индию, по-моему, мы Индию с вами еще не играли, ребят, я не помню уже, может играли, а может нет, ну ладно, давайте, ух, у нас теперь пожарная машина, я еще ни разу на пожарной не ездил, да, вот эту трассу я не видел, ребят, по-моему, ее не было, ах, Бэтмен, получай, не толкай меня, ты посмотри, что он делает, он хочет меня в воду, наверное, скинуть, где он? Где ты, Бэтмен? А ну-ка иди сюда. Давай, вот этого желтенького, на! Скидываем их, скидываем туда. Давай. Эх, не получилось, надо было туда его в воду скинуть. Так, ну-ка. Иди-ка сюда, давай, получай. Что такое, а, не получается. Так, сейчас я вот так устрою. Эх, нет, пролетел над ними, видели? Над крышами прям пролетел. Я застрял, ребята. Я застрял, что делать? Ох, ничего себе прыжок. Прыжок пожарника. Назовем это прыжок пожарника, да, смешно. Так, ладно, где Бэтмен? Иди сюда, Бэтмен. Да, ну, скажите, мне кажется, похоже на Бэтмена машина. Она такая, как бы, ну, смешная, кубическая, конечно, но... Ох, опять я налетел. Опять прыжок пожарника. Ох, отлично. Классный прыжок, так... Не на колесике приземлился. Так, ну-ка, где еще? У нас... Ох, нашего оппонента пожарника подзорвали. И мы эту желтенькую взрываем. Отлично, ребят. Так, нам нужно
выезжать отсюда, потому что мне не нравится здесь в этом болоте, какое-то болото или что это такое. Надо найти нам... Так, вот он, Бэтмен. А ну-ка, получи, Бэтмен есть, немножко ему отнял. Так, поедем дальше. Давайте поищем аптечку. Где у нас аптечка может быть на этой трассе? Так, эта трасса странная, мне кажется. Ребята, интересно, могу я сюда заехать? Куда-нибудь заеду я? А, нет, к сожалению, не могу. Я думал, в туннель. Ага, промахнулся, да? Так тебе и надо. Так, а это что за вода? По ней можно ездить, оказывается. Вот, на, получай! Красненькую машину подбили немножечко. Так, теперь давайте желтенького. Это кто такой? Что за желтенький такой автомобиль? А? Смотрите, ребят. Интересно, на флаг Украины похож. Красивый такой, так. Ладно, так, надо развернуться. Давайте еще раз, так. На, получай. Да, какой-то желто-синий. На, получай, отлично. Ох, перелетел он. Смотрите, как я его ударил, он аж перелетел. Давайте прыжок пожарника опять. Ох, 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 отличный прыжок. Так, едем. Давайте вон того таксиста. Да что такое, давай. Давай, давай, давай. Застрял я, ребят, застрял. Ох, отлично, вроде бы выпутался. Так, надо, знаете, что сделать? Надо вот этого подбить. Так, давай подбиваем его. Есть! Есть, вроде бы ударили, но он не взорвался, ребят. Зато я теперь перевернулся на крышу, а. Так, может быть, я немножко сейчас... Да, есть, я перевернулся. Мне помог мой прыжок этот. Так, давайте взорвем его все-таки. Почему он не взрывается, интересно? Давайте разгонимся, нажмем на свою суперспособность, бьем, да, есть, вот это взрыв, отлично. Так, вот сюда, вот эту желто-синенькую машинку давайте еще подобьем. Так, разворачивайся. Где же аптечки здесь, друзья, я не знаю. На, получай, на крышу ему прям наехал, ничего себе. Так, как же мне выпутаться? Есть, аптечку нашел, ребята, вот она и аптечка моя. Отлично, немножечко энергии нам добавили. А как выпутаться отсюда, как мне слезть? Как мне, вернее, забраться наверх с этого болота, ребят? Я не знаю, ух, машину как-то заносит на этой воде, на этой жиже. Непонятно, что это такое, это бассейн или что это? Почему он не взрывается? Я его ударяю, ударяю, он не взрывается все никак. Так, ну-ка, получай. И посмотри, еще у него очень много, у него еще энергии. Надо посильнее разогнаться, ну-ка. Давайте развернемся и попробуем сейчас его ударить посильнее. Так, 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 давай сюда, сюда, давай теперь вот. И вот так, на! Да нет, ты посмотри, у него вообще не убавляется его жизнь, его энергия жизни. Так, давайте ну-ка сейчас еще раз. Сколько у нас времени? Минута уже остается, ребят. Давайте так, еще раз, на! Получай! Ты посмотри, какой-то непробиваемый, а, ребят. Что с ним делать, я не знаю, как его взорвать. На, еще тебе есть, отлично, наконец-то, а. Сколько мы ему уже, смотрите, били его, и только он взорвался с пятого раза, наверное, и горит теперь. Так, я не знаю, как мне отсюда вылезти, ребят, давайте нажмем вот на эту, да, отлично, на эту кнопочку, и мы вылезли с вами, появились в начале уровня. А Бэтмен тоже тут застрял, смотрите, на, ничего себе, как я его подкинул. Ух, и на крыше он прям приземлился. Эх ты, ну-ка хватит драться. Уйди от меня, а. Ты посмотри, таксист какой наглый, а. Бьет меня прям. Сзади меня из-под тишка ударил. Вообще так нечестно. Нате вот вам двоим, перевернул вас просто. Отлично я вас подбил. Так, еще вот этого таксиста. Эх, мимо промахнулся, ребят. Не знаю, удастся мне его. Нет, все, уже время кончилось, к сожалению. Так, ну ладно, ребят, давайте посмотрим еще что-нибудь. Непонятно, то ли автобус, то ли что это. Ну давайте желтенькую, мы с вами еще на желтенькой ни разу не ездили. Так, да, смотрите, я зашел в режим, где мы можем с вами разукрашивать по-всякому наши машины. Смотрите, давайте синим что-нибудь на крыше напишем. Давайте напишем. Так, П, вот так сделаем. Вот так вот. Оп, вот так. Так, Funny. Все, выбираем эту машину нашу, Funny Games TV. Да, и едем на ней. Так, где она? Куда она делась? Эй, где ты? Давайте сейчас я ее найду. Так, вот она. Есть, да, ее улучшаем до конца. Улучшаем, прокачиваем.
Все, машинка Funny Games TV. Так, что выберем? Давайте стадион. Мне нравятся, тут мячики есть. Можно гнать. Да, машина Funny Games TV. Давайте. Так, мочить теперь наших оппонентов. Где вы? Где вы, гады? Только выходите, давайте сюда. Так, едет один. Ох ты, мячик там. Эх, мимо, да что ж ты будешь делать? Так, разворачиваемся. Ого, у меня уже кусок там отвалился. Так, что ж ты будешь делать? Так, ладно. Давай на трамплин наедем. Так, аптечка где-то наверху у нас, по-моему, ребят, с вами. Надо будет аптечку потом взять, потому что у меня уже только начал играть, меня уже тут поднимали. На, получи, гаденыш. На, получай еще. Вот злодей, а. Надо этих оппонентов наших всех мочить, ребят. Так, вот, смотрите, он сейчас на бомбу наедет. Да, ох, вот это у него полет был. Красиво, да, ребят, он полетел, прям как птица. Или самолет. А, хватит, хватит драться, ну посмотрите, что он делает. С двух сторон меня зажали. Получай. Такой же, смотрите, у него такой же автомобиль, как у нас. Отлично, а. Вам не одолеть меня. Ох, какая куча мала опять из автомобилей, ох. Давайте вырываемся. Фу, вроде выпутались, ребят. Давай, отлично. Так, теперь вот этого побьем. Да что такое, опять мимо. Так, наверху аптечка. Давайте поедем наверх, возьмем аптечку, потому что у нас уже мало с вами энергии. Почему-то нас бьют и бьют. Так, куда ехать-то? Сюда? В эту сторону. Где аптечка у нас? В какой стороне? Кто видит, а? Я не вижу вообще. Так, сюда поворачиваем. Ууу, какие следы. Так, давайте попробуем вот такой вот вид сделать. Да, вот такой нам привычный, по-моему. Мы с таким всегда играли. Так, ну-ка, давай. Где же... Ух ты, кто сюда к нам прилетел, ребята? Давайте его сталкивать. Так, куда же аптечка делась, а? Я что-то не могу найти. Куда же она запропастилась? Так, вообще не видно ее, ребят. Что такое? Ой, я сейчас на крышу приземлюсь. Давайте попробуем нажать. Ох, отлично, вот это сальто. Вот это круто было. Так, ищем аптечку. Так, вот эту красненькую машину давайте подобьем заодно. На, вот это прыжок. Ничего себе, я подскочил. Ого-го, вот это круто. Так, ладно, давайте дальше едем. Так, вот эту желтенькую давайте, которая на нас похожа. Получай, эх. Нет, не подбил я его. Давайте вот этого. На, получай. Так, и опять, смотрите, они друг на друга позалазили. На вам. Есть, взорвал его. Вот это был удар, ребят. Опять я застрял. Да что ж такое-то. Так, отлично. Наша Funny Game TV. Машина, эх. Уже вся разбита, ребят. Как же мне его. Смотрите, какой он. Он это мощный. Меня прям в стену толкает. Это пожарная машина. Так, ну где же аптечка, ребят? Надо аптечку искать. Потому что у меня уже очень много энергии. Ой, много, говорю, мало. Запутался уже в словах. Так, мало энергии, да. Где же аптечки, а? Вообще не видно ничего. Так, пойдемте вон пожарника этого подобьем. Пока он там стоит, что-то ждет. Мы ему сейчас разгонимся. И вот так, на, получай. Отлично, и взрываем его. Ух, и на бомбу кто-то налетает. А вон аптечка наверху, ребят. А как ее взять? Как ее взять, ребят? Так, не понял. А ну-ка, давайте попробуем. Ах, нет, никак, к сожалению. Не дотягивайся до него. До нее, вернее, до аптечки. Так, ну-ка еще разок. Ах, есть, и взял. Смотрите, все, моя машина уже. Funny Games TV, машина как новенькая. Отлично. Так, едем дальше. Кто тут еще? А вот. Ах, на, получай. Нет, не побил. Зато смотрите, как закрутился. А? Прям как на льду, как будто бы. Так, вот этого, давайте добьем его. Получай! Ох, он взорвался почему-то, ребят. Надо еще раз, давайте развернем сейчас. Развернемся. Вот так, да. Красиво, разгоняемся. И получай! Отлично, взрываем его. Вот, круто, так. Где еще кто? Вот еще желтенький, тоже можно взорвать его. Эх, он уклонился от нас, вы видели? Я на него ехал, он отвернулся, забоялся просто. Просто испугался он, ребят. Так, давайте мячики вот эти попинаем. На, мячик! Ох! Есть, отлично, еще аптечку взял.
Так, вот этого желтого такси давайте попробуем подбить его, ребят. Он уже дымится, ему уже скоро взорваться. Да, и он взрывается, я его вообще практически... Чуть-чуть я до него дотронулся, и он... А ну-ка, уйдет меня. Давайте пожарника мочить. Давай, разгонимся и... Замочим его об стену, может, его... О, он сейчас на бомбу наедет. А, нет, не наехал. Ух, чуть-чуть у него там оставалось, и он... Да, и он наехал на бомбу, по-моему, он взорвался. Или, если не взорвался, то я его сейчас взорву точно. Давай, иди сюда. Есть, и он взрывается, и мы завершаем с вами. Ну что ж, ребята, думаю, на этом закончим. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, те, кто еще не подписался. Всем всего хорошего, с вами был Максим и Funny Games TV. Увидимся еще, ребят. Пока.